В эти дни анапчане обращаются в нашу редакцию с вопросом, почему приостановлено строительство пешеходного перехода в станице Анапской. Как выяснилось, задержка в производстве работ произошла по технологическим причинам. Уже сегодня строительство возобновилось. Тем не менее, прокомментировать ситуацию мы попросили заместителя главы города-курорта Владимира Забураева. Начали работы по поводу строительства этого перехода, но, к сожалению, проектанты наши не учли то, что очень близко грунтовые воды. Поэтому та технология, которая планировалась ранее для строительства этого, будем говорить, подземного перехода, она несколько меняется и в корне меняется, поскольку здесь делаться будут совсем другая технология и необходимы совершенно другие материалы, которые материалы, они есть у нас. Именно здесь, в Анапе. К сожалению, техника та, которая имеется здесь, она не в силах их вытащить. Поэтому техника идет аж с Адлера, с олимпийских объектов, мощная техника. Она должна сегодня прибыть для того, чтобы вытащить эти конструкции, которые будут применены вот здесь, на этом переходе.